Друзья, всем привет! Вы на канале Тот Самый Шашлычок. Готовить мы сегодня будем свиную рульку. Готовить ее будем в тандыре. С вас подписка и лайк. С меня вкусные рецепты различных блюд. Поехали! Вот такая вот у нас замечательная рулечка. Уйдет вариться на газовую плиту. Вот в кастрюльке. Рульку я помыл, обработал. Волос никаких нету. А что пойдет по специям? По специям пойдет у меня перец горошком. 5-6 бутончиков гвоздики, перец душистый горошком, штук 10, лавровый лист, сушеный базилик. Также потом присолим, когда будет вариться, кипеть. Готовится, я уже говорил, будет она в тандыре. Для глазировки сделаем соус. Соус будем делать соевый соус терияки, лимонный сок. И аджика острая грузинская немного. Кетчуп, чесночок мелко нарубим, все посолим, приготовим соус для глазировки. Ну а сейчас отправляем нашу рульку вариться на 2,5-3 часа на газ. Далее все увидите. Настало время приготовить глазировочку. Глазировку будем делать, как я уже говорил. Соус терияки. Так, на глаз. Ну, у нас там две рульки. Я думаю, миллилитров 50 хватит. Лимонная. Где-то 2 чайных ложечки. Лимонный сок. Аджичка грузинская. Острая, ей лучше не злоупотреблять. Так, это ставим. Кетчуп. Кетчуп у меня для мяса на гриле. Барбекю. Ну, где-то, да, пойдет. Все это размешаем, присолим. Уберем в сторонку. Чесночок надавим, мелко нарубим и погрузим его нашу панировочную смесь. Тандыр разжег, первая партия дров сейчас прогорит, заряжу вторую, чтобы хорошо прогрелся для наших рулек. Далее все увидите. Рулька наша сварилась, варилась рулька наша 3 часа, дали рульке остыть, сейчас будем ее глазировать. Да, еще я в наш соус глазировочный добавил острый кисло-сладкий гранатовый соус. Все, приступаем к глазировочке. Глазировать будем здесь, в тарелке в этой. Чтобы как-то вот таким вот макаром. Соус просто шикарный. Если останется, он может также идти просто соусом к мясу. Укладываем ее руками. Вот так вот. Маленькую сверху. Все, сейчас тандыр прогорит. Далее включу в мангальной зоне на тандыре, чтобы показать, как происходит процесс жарки в тандыре рульки. Замечательно. Все, на полчаса вот так опускаем рульку в тандыр, накрываем и через полчаса посмотрим, что получилось. Далее все вам покажу.
Прошли 20 минут. Контрольная проверочка нашей рульки. Что там у нас? О, замечательно. Пускай еще постоит. Косточка подгорела, но это я потому что мазал соусом. А так еще немного, 5 минут. И будет замечательная корочка. Накрывать крышку не буду. Через 5 минут увидим все сами. С нее аж сок текет. Какая замечательная получилась рулечка. Да, в тандыре намного лучше получается продукт. Красивее, как говорится. Красивее, сочнее. Как ее взять-то вот так? Вот такая вот рулька, друзья, получается. Вкусная, интересная. Так что пойдем делать разрез. Смотрим. Так, ну что, делаем разрез. Какой он, вот этот поменьше. За косточку, наверное. О, горячая. Ой-ой-ой, какая она горячая. Такая сочная. Смотрите. О, просто прелесть. Так, здесь косточка. Можно не резать, так есть, когда остынет. С гранатовым соусом вообще вкусно. Это я у Жоржа подсмотрел. Вообще вкусно, аппетитно, зачетно. Свиная рулька варилась 3 часа. В тандыре готовилась ровно полчаса при 2 закладках тандыра. Вот такие вкусные аппетит получаются рульки. Всем рекомендую. Пользуйтесь. Под видео будет описание. Сколько, какие специи и куда и зачем. Ну а с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч и новых видео. До свидания.